Кроме, как человек в этом, вот все-таки вы скажите, как специалист, есть ли жизнь на Марсе-то или нет? Нет, нигде нет. Понятно. Духи, духи зла. Духи. Да просто еще будет. Вы хоть вокруг дома выпейте, вообще на Марсе. Отец Исаакий знает, отец Исаакий знает это. Понятно. Ну что, детей-то куда пугаете? Вот эти вот тополя, наклоненные и прочее, это все угроза большая. Внутри деревни. Как это сделать? Как убрать? Как уронить, чтобы сюда они не падали? Не знаю. Да, ну вот как. Смотри. Просто ждать, когда рухнет. Самый главный тополь, вон, представляет беду, вон, около дома. А там ветки какие уже отламывались, лежали. Да, каждая ветка там полтонны, наверное. А здесь провода, а могут замыкание же может быть. Ну вот что сделать, как сделать, не знаю. По частям резать. Ну да, на картинке. А у Нины по частям резать, вон два тополя такие же стояли. У нее же по частям такие резали же, вертушку. Да? Да. И также под проводами, вот так же, да? Или маленько а в стороне? Они в стороне были. Они тянули веревку. Ну вот она, наклоненная. Вот так он не был наклоненный-то. От нее любая маленькая ветка уже на провода падает. Ну не так же было. Так, 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 так. Нарисовала на картинке, по частям развязала. Да нет, нет, веревка к верхушке. Привязать веревку и вот так вот. Держать ее и туда, чтобы она да, валилась. Да, это хорошее дело. А кто будет делать это? Проголосуем. Кто за то, чтобы Надежда Васильевна полезла? Да. Веревка язык привязать, чтобы не болтал лишнего. Так вот есть же машина такая. Это не просто так. Мы вчера два сучка срезали, оба уронили на провода. И главное, слушай, выключать как. Вместо выключать я включил и работал с током. И не знал даже. И ножовкой задевал провода. И только что не замкнулось. Ой, вчера только. Так отдельно на бумажке сейчас написали и прибили. Куда выключено, куда включено. Раньше было всегда включено кверху. А сейчас наоборот, выключено кверху. Они слушай, перевернули. А у нас в Потеряйке на Ползунова-то резали тополя. Там же машина специально была. Почему сюда не пригласить? Только дело в том, нарисуй, чтобы она переехала сюда. Вон котенок. Котенок чей-то. Ты знаешь, сколько это стоит? Нет, не знаю. Ой, красавчик. А где у него хвост? Это порода такая. Это рысь настоящая. Курильский бобтейл. Это с Курилов, с островов. Оттуда. Берем, а с кем это он? С Егором. Опа. Погнали, надо сесть. Повезло. Сегодня везет. Любимая Надежда поехала. Давайте, нам надо заживем. Давайте, мы там идем. Ну что, с тополями мы, однако, не поправимся. Особенно те, кто тот тополь, ужас. Самый большой в окрестности, наверное. Его если уронить, он половина озера перехватит. И кабель, и все порвет. Да, это кролик, это не кролик. Вот это угроза. Он видишь куда? Куда? Как ты тот сучок перетянешь-то? А он ломкий. Не, вот туда надо валить. Нужно забраться веревками хотя бы выше центра привязать. И подпиливать, чтобы он туда падал. Не будет это. Он туда не пойдет. Тут надо. Не, ну его веревками человек здесь вытянуть, пойдет он еще и как. Потянуть. Далеко веревку надо за край. И медленно туда не получится. А ты будешь тянуть за самый конец, а он вон перевес туда. У него перевес туда. Об этом никак. Даже говорить не надо. Его только привязать, если. И никак, нет. Ждать, когда рухнет. Прищебет кого-нибудь, да? Молиться еще будет уже. Не знаю. Все, ребята, я пошел. Возможности никакой нету нам поправиться.